1 сентября 2021 года больничные по уходу за ребенком до 8 лет начнут оплачивать по новым правилам. Его размер больше не будет зависеть от стажа и составит 100% среднего заработка. Решение не затронет работодателей. Больничные оплачиваются напрямую из фонда социального страхования. Оформлять дополнительные документы родителям не придется. Все расчеты фонд социального страхования будет проводить самостоятельно. Ну а для родителей детей старше 8 лет правила расчета останутся прежними. 60% дохода компенсируют тем, кто отработал меньше 5 лет, 80% при стаже до 8 лет. Тем, кто отработал больше данного срока, можно рассчитывать на 100%.